что-то людям. Там типа смачок, туда-сюда, нажмите это, сделайте то. Просто большинство, реально, большинство информации в голосовом чате это высер, поэтому я особо не играю, не слушаю. Тиммейт с ником Выблядок. Слушай, ну он на саппорте играет, так что нормально. Мне кажется, он совсем не Выблядок, потому что он пикнул Дизраптора. Ты же капитан, нужен возле... Не, в доте я не капитан, ребят. Особенно в матчмейкинге. Не, нормальный ник, я согласен. Так, анализ пошел. Какого Герыча взять? Ну тут, ребят, наклевывается пак, конечно. Наклевывается, сами понимаете, да? Сигнатурный пак для АПА ММР. Медузка. Нет, медузка здесь плохая. Хотя можно взять какого-то кора, который еще будет убивать. А кто этот герой? Хм. Просто у нас в таком случае мы базу не можем ломать. Кто на миде может еще базу ломать? Вероятно, какая-то темпларка. Она, в принципе, против морфа неплоха. Нет, не против морфа, а против... Ну, барыч вроде не так сильный будет. Так, Геролет. Геролет неплохо справляется с темпларкой. На самом деле, темпларка в каком-то смысле даже его... О, ректит неплохо. Правда, тот челикс еще мидера не взял. Ну тут, да, тут, вероятно, нужна какая-то темпларочка как раз. У нас есть дизейбл, есть инициация. Но нету ломания базы. И ломание базы как раз это, скорее всего, темпларка. Вайпер тоже нет. Да, ребят, темплар ассасин. Работаем. Очень много опыта у меня игры на этом герое. В скобочках первый раз за месяц в 6 играю. Ну тяжело, тут реально нужно, чтобы Урсик шел в мид. Урсик или Шейкер? Но у нас оффлейнера тогда не будет. Блять, он... Ну что, будет весело, ребят.
Да, лучше уж затерпеть против Брутки в начале, потому что там иначе вообще пиздец будет. Вы чувствуете этот пот? Я да. А теперь я чувствую, что мне пизда. Найс, лосит, уебище. Так, мне нужен тангус теперь. Блин, а где тангуста взять? Ну я поставлю, смотрю, а чё толку? А, так. Куда ты, блядь, ушел, ёбок? Блядь, что за пиздец? А, ну я пошел в лес. Тут реально без вариков.
Найс, так, ну. Так, даже, наверное, так поступлю. Ну, в лесу тоже нормально. Правильно. Будем утешать себя как можем. Вообще не помешало бы женту, конечно, зафармить, а то они сейчас по щам надают. Точнее, не они, а бурда просто придет их зафармит. У нас там еще и поебывают. Блин, там этот станище морф будет. Ну, у него хотя бы инвиз есть, ладно. Угу. Качество, безопасность, уверенность. Не, ну шейкеру кайфово. Она к нему, в принципе, не может подойти. Мне, конечно, не очень кайфово, но пойдет. Лучше, чем на линии. Как я... Сейчас стаки въебываю.
Я не верю, что это правильно, но, пожалуй, я так и сделал, все равно только подкачиваюсь. Так, нужно отработать этот момент, чтобы не бить крипов по одному. Отлично, отлично, очень хорошо. Так, скорость атаки, скорость передвижения. Поехали. Блять, хватит фидить урса. Что-то делает. Естественно, баш. Ух, ёбаный врит. Так а что ж ты не дал там? Брутка что-то пощадил. Ну все, все, тимка пошла. Ну шейкер реально разматывает солидно. Так, курсик левел 8. Шейкер большой. Нормально. Надо дизолятор, дагер брать и начинать подкачиваться. Дальше там уже брутка не такая большая проблема. Вонючая брутка. Но я такой же левел, так что норм. И тут задушили челикса. Ну правда не без урода, но это обычная ситуация. Кстати, почему я на руну еще не поставил свою хрень? Так, все, пора. Давай еще хосту возьми. Естественно. Смоке идет и берет хосту. Ты, блядь, рофлишь, что ли?
Так, ну мне не очень страшно, по идее. О, да, давай. Это вот это вот шоу, арена. Блять, засмотрелся. По станлоку инвокера, кто видел? Окей, окей, окей. Глупая ошибка. Забыл, что он же есть тут. Хорошая работа. Ну чё, вроде все ок. Прям очень даже ок. Урс тоже когда-нибудь камбэкнет. Да, он Рошана забрал. Только теперь внезапно становится негде качаться, но это такое. Сейчас дезолятор будет, там, по идее, быстро можно будет дофермить. Ой-ой-ой. Там нормально им было. Блин, ДДшечку что заберет. Смертник. Вот вся бруда твоя, дружочек. А, не-не-не, вот туда, go туда. Да блин, ну нам нужно убивать товара. Ну, ходил как задрот через крипов, но сорян. Ну, блин. Команда норм все сделала вначале. Сейчас можно просто идти товара ломать и их убивать. Бруда как бы вначале на линии хорошо стоит, а дальше и против шейкера сорян, тяжеловато.
драка. Угу. Уже небось едет на меня дружочек. Или нет? Да, кстати, манта очень неплохой артефакт. Но, по-моему, это зашквар немного. Удачная находка. Ну все, можно заканчивать с ними. Изи катка для тамплярочки, ребят. Изи, изи, изи. Не, ну конечно, это челик с брудой. Сделаю группу интереснее немного. Что, блядь, от меня? Что-то слишком просто, ребят. Ну что, я снова 6к бог, получается. Вообще, откровенно говоря, мне эта игра не очень понравилась. Конечно, типа, да. Это, мол, правильно. Так надо апать ММР. Я, конечно, в этой игре немного сделал, но, тем не менее, у меня был правильный герой хотя бы. На мой взгляд. Но это было бы неинтересно. Это было скучно. Вначале что-то там фармить, бегать. Хочется убивать вначале. Так, что у нас здесь? Ну, базу быстрее сломаю, так что димидж, конечно. Мы, я так понял, уже никуда уходить не собираемся. Ну и команда у меня, на самом деле, тоже молодцы. В принципе, дефолтная тимка, это который просто забивает хер на то, что, типа, ну, блядь, брута, чё, стой, не въебывайся. Нормально все у тебя будет. А тут пришел, предложил, все норм. Кстати, морф, мне кажется, это один из тех героев, который может апать ММР в оффлейне, причем морф.
Вот его-то как раз можно брать на первый пик. Его контрпикают, а ты, оказывается, станешь и товарищ, и все норм. Блин, таланты на самом деле жесткие у этой подруги. Там потом еще плюс 3 заряда, 3 фракшн, но это такая жесть. 9, которые еще часто обновляются, там все дела вообще же есть. Ну все, и следующую. Поднимаем ММР бесплатно, без регистрации. А пока 3-минутная рекламная пауза. Я хоть урон нанес какой-то не особо. Ну да, я говорю, я мало чего сделал в этой игре. Но у меня и возможности, к сожалению, не было. Ты вроде на меде стоишь, подкачиваешься. Тут типа, ну... Нужен был, мне кажется, просто дэмэдж по товарам. Эту игру мы типа выиграли без шансов. А в любой другой ситуации он был бы нужен. Так что я считаю, пик норм. Ладно, БРБ. Пока реклама, помолчу. Я вообще, скорее всего, вряд ли сейчас буду очень разговорчив, потому что имеется желание небольшое попотеть. Блин, дай бог здоровья выблюдку. Играет на суппорте, покупает варды. Красава. Так. Ну, кстати, инча, да. Против инчи надо что-то брать интересное, вероятно. Так, а что у меня по закупу? Ну,
Конечно, с рандома поприятнее. Пурман Шилд берешь, регенчики и так далее. Здесь придется без этого обойти. Нужно обойтись больше регенов. Нужно. Вообще я могу Soul Ring взять, если дело пойдет. Короче, попробую вот так вот. Это может быть безумие, но я попробую. Хотя, блин, все-таки вот так. Но здесь как-то слишком у них слабо. Какая-то ЦМ-ка будет выходить, тебя харасить, ну и насрать на нее. Вначале перетычковывать могу даже кого-то тролля Толю. Посмотрим. Правда, проблема то, что, наверное, на мид курица будет нужна. Ну, ладно, там разберемся, ребят. Пурман Чилд, тангусики, это вечный билд. Тяжело с таким командором что-то сделать. Потом просто дохнешь, приходишь опять с номер артефактами и так далее и тому подобное. Все хорошо. Хорошо, когда все хорошо. Там и инчу, по идее, я буду норм разваливать. Так, а как это сделать? Ладно, мне покс. Меня, возможно, видели 10 раз, но я ретард. Я онлайн все равно пушить не буду, поэтому надо, чтобы они не пулили. Дагер надо Койлотара, слушай. Ну, естественно, дагер сначала. Потом ситуация, ситуация. Ну, может, я насосусь на линии просто как чмо, и ничего не будет. Это, наверное, самый популярный вариант. Ну выходи. Ой, хорошо, хорошо вышел. И ЦМ-ка не встречает сейчас, правда? Как же я тусуюсь? Так, ну вот теперь я, можно сказать, с рандома. Не, обойдемся Soul Ring'ом. Ладно, просто так его поставлю в кикбай, на самом деле не факт, что он будет. Блин, я экспы много просрал. Сука. Да, надо было на тавер лететь. Я хотел закупиться еще, типа, но ошибка, ошибка. Еще проблема, что у меня вот этот скилл вкачан. Так, ну я вижу, что шейкер уходит. В принципе, могу теперь попробовать подкачаться немного. И он теперь видит, что у меня этот скилл вкачан. Ну, это лишнее. Wow.
Душу, душу, душу. Кстати, был бы обычный сталчилд, я бы, наверное, в той ситуации уже сдох бы. Так, сначала ботинок, один хер. Вот, клаву купил. Я, наверное, в любом случае убегу от них. В принципе-то. Проклятая пассивка. Зачем-то работочка-то не надо. Так, ну баунтосик, если можно, я бы забрал. И, наверное, заблочил бы еще. Ага. Троллю будет очень неприятно, если начну просто солринга закидывать вот дерьмом всяким. Никогда не пробовал, но посмотрим, что из этого получится. Ошибка. Отлично. Да что же я такой рачельник-то? Так, ну все, начинаем шоу. Просто закидываем, закидываем, закидываем. Пять. Поближе, поближе. Давайте фотографируемся, ребят, фотографируемся. Что я наделал, блядь? Ладно, там фишуры хорошо отрезал. Просто я обосрался тем, что не снимал себе эту штуку. Я же могу миссы себе снять просто, и мне покс, что там он хочет. Главное в оранжевых не стрелять. Так, и Варт уже так-то упал. Можно и подпулить. А можно и не пулить. Дистрочела.
А. Только смотрю, откуда у меня реген такой. Колечко, колечко, кольцо, реген, норм. Octopus Андрей. Ну, на самом деле, на тролле урод играет. Сори за спойлер. Отлично. Очень хорошо, очень хорошо. Как и планировалось все. Да нет, что-то рановато, по-моему, нет? Угу, опять выпуливаю, здесь все как надо, все, угу. Все, тролль приехал. Ну ладно, подкачаемся. Так, я все-таки хочу каким-то образом фантастическим это зафермить все. Сначала отвезти, а потом зафермить. А, на пятое. Это зачем, блядь? Не, ну вообще все получилось. Только я не получаю дюэли за это. Ну ладно, вроде и так неплохо. Я думал, пойдет за мной. Так, это что, это Vision там, что ли, стоит? ЦМ-очка за баунтосичком. Угу, быстренько, ясненько. Нет, да, даже не пробуй. А где копья твои? Алло, ты ману экономишь? Зачем? Так, угу. Пока что не взять. Сам прокачанное, что ли? Угу. У него, по идее, еще ТП-шка, когда сейчас будет. Не, ну если реально башики, то тут сложно что-то сделать. Сорян, сорян, сорян. Сколько? Два баша выдал, да? Окей.
Надо дофарить все-таки. Ты, конечно, молодец, Basic, что пришел сюда. Но давай-ка что-то мы придумаем с тобой. В глаза долблюсь. Так, ладно, теперь можно начинать смотреть на карту, можно даже идти убивать дрядку. По идее, я смогу ее взять с вот этой штукой. У меня 140 дополнительный, у нее пассивка, ну, предположим, что 130, да? Это я в плюсе даже получается. Нет, соляр бы не смог. Так, а киску я, помню, возьму. Блин, найс дуэль у меня, конечно. Ну дай, ну вторую. Как же насрать всем, это просто пиздец. Так, ладно, Блейдмейл я все равно сделаю, так или иначе хороший артефакт для моего чара. Если бы он сейчас словил, было бы норм. Отличный байт. Ой, блядь, ненавижу этих ублюдков. Ну давай, иди, приглашаю тебя пойти отвестись. Спасибо. Нет, кажется... А, не, повезло. Как это вообще выбрать? Как профессиональные игроки это делают? Я ничего не понимаю. Как выбирать юнитов, енотов?
Не, а мне что-то, кстати, нравится этот Soul Ring. Удобная штука. Фермишь, фермишь. И, в принципе, драться готов всегда. Реально увеличивает скорость ферма на ЛЦ. Хорошая вещь. Тут, конечно, уже и Shadow Blade хочется собрать, но... Такое. Сейчас, как обычно, соберу Shadow Blade, начнутся тимфайты, и с ним буду отсасывать. Я видел это в одном фильме. Так, попробуем раскочегарить тролля Толю. Блять, чё по блейдмейлу, урод? Чисто не хочешь подфармить еще 645 голды, братишка? Да, бывает. Бывает. Да, обосрался, конечно, так обосрался. Чисто с Engine Yasha. Держи, дружище, держи. Тавр поломать, пока там какая-то движуха происходит. Пепси. Не знаю, есть ли смысл БКБ собирать, по-моему, не особо. Shadow Blade норм, в нем побегать можно, пофаниться. О, хоть дэмэдж с таланта можно взять, то его вообще нету. 10, блять, урон с дуэлей, здорово. Так, 12 ЛВЛ. Если можно, я бы вас просил бы кое о чем. Спасибочки. ПП-шка нужна. А это что за рофл? Откуда он такой возбужденный? Инчу, кстати, я тоже беру, но через 18 секунд из минусов. Mm-hmm.
Ну, поближе может, подойдешь. Ну, Шейкер реально на красаве. Не-не-не, подождите-ка. Вот еще, кстати, эту хрень надо взять и вот эту, и поехали играть. Дэмэджа по-прежнему немного. Это не радует. Так, ну вот теперь... Вроде бы должен. Даже без проков победа. Блин, я вот думаю, может взять все-таки шанс срабатывания. Ну, помощи без ТПшки. Я могу задуэлить его и сбежать потом. А, не с ТПшкой. Летит. Да вот через это надо, наверное. Четкий блейдмейл. Да не, броня нужна. Ну блин, нет. Пизду, 10%, все, поехали. Хватит терпеть, всегда мечтал попробовать. Сколько кулдаун там? 0.8. Каждый 0.8 буду по разику. Бам-бам-бам-бам-бам. Тролль мне такой бьет, а я такой, да мне пок, сука. С опыта прошлых игр я, пожалуй, не буду особо рофлить, а лучше это игру закончить спокойненько и все. Это вампиризм 85%. Ладно, понял. Блять, как же много этот диффуз дэмэдж дает, это просто жесть. У меня 13 армора, 44% из защиты, меня просто Мирана разматывает, как... Очередняру. Там такой дэмэдж с этих диффузов. Одних диффузов. Просто одни диффуза. Имбовая штука. Вот, посмотрите. Просто одни диффуза, аквила ПТ. 750 за 4 секунды.
Ну, это, кстати, несложно читался мой мув. Куда я побегу? Там все предельно ясно. Куда же бежит челик после того, как он сломал один шрайн? Хм. Так, ты заберешь мид, а я заберу топ. Как тебе такой размен? Э? Кстати, я думаю, это можно вот так вот сделать временно. Опа, у нас батл транс есть. Да нет, это меня не касается то, что сейчас было. И башек ты получаешь, когда у тебя такая скорость атаки. Тут, возможно, вижен есть. Ну, возможно, мне насрать. Ой, сок-то какой. Кстати, я, возможно, тролля Толи смогу убить солом. Ну, кстати, не исключено то, что я его убью. Там только баши эти вонючие. Нет, против баши не поврёшь. Хотя да. Точно убью. Потому что у меня брони много, он, по сути, по мне будет дэмэджа давать меньше, чем я буду наносить его в обратку с блейдмейла. Поэтому в целом норм. Надо бы найти его где-то. Соло убью, будет приятно. Особенно если я выйду из баша хоть раз и дам немного дэмэджа с руки, еще он точно развалится. Такое, погоня за призраками. Не, назад, блядь. ДДшечка еще, понял. Так что, нас разъебет, получается, если я ничего не сделаю. Все на мне. Последняя надежда СНГ.
И крип скипнул. Так, что там по шейкеру? Не попал. Не попало тоже. Ну и ману у меня тоже уже нету. Так, ну не фуловый, я могу его не убить. Мне бы мана не хватило, если бы вторую дал. ХЗ, убью, не убью, но надо попробовать. Если он не фуловый будет, то точно убью. Не было штучки. У меня было КД ебучего дуэли. Почему я не смотрю на такие вещи? Ёбаный в рот. Андрей, пожалуйста. Пожалуйста, Андрей. Почему ты так плохо? Андрей. Андрюша. Андрюшечка. Ты что, для дебил совсем, Андрей? Там же, ну, много ума не надо. Нажал, хоп, прыгнул, все, туда-сюда. Ну, блин, 3 секунды. На самом деле, такие вещи обычно привыкли, то, что, ну, кулдаун маленький, в любом замесе почти до базы сходил, туда-обратно уже есть. Это, наверное, все в оправдание, да? Угу. У нас есть некор, у них есть тролль. Некор побеждает тролля. Одного, там один герой, кор, один. Мирана не играет пока что, но она может начать играть. У нас еще Рубик сочный. У Дизраптора есть айтемы. Блацука. Блацука с Аганимом, он выигрывает тролля, изи вообще. Мне даже не обязательно врываться на него дуэлить. Достаточно не быть долбоебом просто и все правильно нажимать. Так, надо еще димидж дуэли. Хотя сначала возьмем левел ап. Или не возьмем левел ап. Ладно, возьмем сейчас. Ну и буду просто, наверное, бегать, дэмэдж набирать. Пожалуйста, дай подкачаться. Там двое диффузов, у меня, конечно, мана очень быстро ректится. Так, и долго ты там собираешься тусить? Так-то очень не лишнее, 58 дэмэджа.
все четенько. И этот свинкой, ну, это я знаю, что делать. На все случаи жизни айтем. Б. Приходится что-то блейд выкладывать. Ну, зажили, конечно, конечно, да. Так, а что у нас тут? Вообще сфитить бы этот Аигис нахер не нужен. Но уже так-то солидный димейдж. Ты что, блядь, задрот? Да ты заебешь со своими башами, ну пожалуйста. Ну хотя тут и ну, другого ожидать вообще не стоит. Ну, тролль сотого левела с максимальной скоростью атаки под ультом. Конечно, он из баши не выпускает. Ну просто там пару ударов, если бы не было баш, я бы уже и пожил бы неплохо так достаточно. И догончика хорошенького. Ну давай, догончика же. Ну потом. Тихо. Тащит. Слоты закончились, это, конечно, подстава. Даггер нужен, Shadowblade. Но Shadowblade, конечно, можно менять, по сути. Ну вот, видимо, на диффуза и будем его менять. Blade Mail тоже must have. Все, Shadowblade отработал свое. Спасибо большое этому Shadowblade, идем к другому. Хотя, нет, сейчас Shadowblade нужен, как ни крути. Хотя, как он нужен? Вместо ботинка будем ставить, если что. То, что в ту же Миранку запрыгнуть Shadowblade с диффузой или ульта, и все же. Кстати, как оказалось, тролль-то не урод. Там больше мы, уроды, могли бы изи отдать эту игру. Воу. Так, внимание, скилл момент. Начинайте, смотрите. Вот так. И жалко, только героев вражеских нету. Mm-hmm.
Так, Октопус Андрей продолжает победное шествие. Мне везет, я играю. Короче, ладно, играем до поражения, потом отключаюсь от сети. Дорогие друзья, пока 3-минутная рекламная пауза, начинаю следующую игру. Блин, выблюдок теперь за них играет. Чё делать? Он же... Ой, вроде выблюдка не припрёшь. Но у нас этот шейкер на сигнатуре. Да, надо было дизраптор банить. Я что-то не это самое. Рокал. Так, что за герыч, значит... О, это что? Это тут Хусик заезжает и убивает всех. Ну, пока рано, конечно, об этом думать. Но неплох, неплох. Бристл Бок. В Сильвер Эджем бы кого-то взять. А кого? Но нужен адекватный какой-то герой. Желательно. Пока тут, конечно, Хусик очень сочно заходит, но не на мид. Есть какие-то сигнатуры у меня на мид? Хм. Так, Урса. Ладно, надо подумать, против этих герычек кто норм зайдет. Точно не пак, могу сказать. Возможно, какой-то вайпер. Вайпер можно как раз через Shadow Blade, Silver Edge. И этого Челикса убивать. Линкин сферы еще желательно. Героя надо под Shadow Blade и Линкин сферу. Это, конечно, Сларк, но в мид это редкостное дерьмо. И против Сларка, чтобы норм. Это не совсем вайпер. Не вейпер, не виномансер. Может, кого-то Зевса взять? Нет, нужен герой, который еще бить будет с руки нормально. Может, темпларку тоже. Опять чел законтрит там каким-то дерьмом. Ладно, знаю героя на все случаи жизни. Но он, кстати, неплох здесь, реально. Мистер Пугна. Да не, Пугна норм, почему? Минус стрим.
Никара взял бы, да не. О, Джаггер тоже, кстати, не самый удачный вариант против Пугны, против тети Пугны. Можно какой-то Юл собрать, и там даже диффуза не помогает. Против Растика, Дизраптора, в принципе, неплохой чар. Короче, главное мид не отсосать. Фантомку надо было взять. Да что-то против Дизраптора Расты такое. Нахер эту фантомку. Просто сделать какую-то линзу. Линзу Аганим и пойти фаниться с базой вражеской. Я, кстати, не уверен, что Вейл нужен на этом герое. Раньше я его почти всегда собирал, а сейчас что-то я уж в нем разочаровался немного. Это, кстати, Джакстер на миде будет, судя по всему. Но на миде он тети Пугни вообще не страшный. Только если выходит какой-то враг убивать меня. Кстати, на первом левеле можно взять декрип. Сколько он там длится? Ну, 3,5... Ну, хотя, стоп. Декрип я беру на первом левеле, окей. Двух крипов я, допустим, добью. А через 12 секунд... Не, вообще можно через декрип сыграть? Ну да, почему нет? Просто бластом я просто лайн только пушу. Да, все, волевое решение. Играем через декрип. На выблюдок медовый. Ну, может быть. Тетя, ну вообще-то да, дядя Пугна. Да пофиг, блин, Пугна. Пускай будет женщиной, какая разница? Ему, мне кажется, все равно. Он уже мертв. Ему ничего не имеет значения. Воу-воу-воу-воу. Слушайте, я на третьем, наверное, тоже декрип возьму. Ему реально будет очень некомфортно. Особенно если я лайн пушить не буду, он вообще без крипов останется. Я урод. Что я наделал, блять? Ты мне ебаная декрип на себя кидаешь и живешь. Просто вот не за что. Мог бы в нулину разъебать. Нет, блять, я не хочу, мне это не интересно. Ебучий ракал на Пугне, блять. Ладно, все, можно продолжать. Профли хватит. Второй фраг для Джаггера.
Опять? Охуительно. Жил до конца, умер как герой. Это просто нечто. Эх. Это тоже бласт, наверное. Хотя, конечно, 9 секунд КД будет. Это вообще рофл. Какой, блядь, ёбок. Ух ты. Ничего страшного, нормальный размен. Так, надо теперь ходить к линии, толкать, забирать что-то. ТВРа, преимущество, все дела. Паджик урну. Стоп, или ты урну делаешь? Ты делаешь урну. Воу-воу-воу. Короче, лесок подфармливать. Это забирать. Аганим. Пиу-пиу-пиу. Так, а чё там? Мужички, да, гуляют?
Минус выблюдок. Так, нужна тэпка. Так, а тут у нас кто? Жаба. Сразу, наверное, гонимчик. Чувствую балом, братишечка. А у нас сейчас ебалом. Хорошо. А теперь ты мне нихуя не дашь. Может, ты посмотри вокруг, что происходит. Ну вы, блядь, рофлите там, что ли, нахуй, все. Кружок, блядь, юмористов на топе или что происходит? Почему так сосут они хуй? Там, блядь, Сларк еще есть, который выйдет огромной жабой. Уже с Shadow Blade'ом почти, наверное. Благо, хоть вангварда я не боюсь. Так, мана реген или... Ну, хп слишком много, нельзя игнорить. Так, дис шестой. Уже готов возвращать. Я просто не знаю, блядь, что с ними не так. Почему вы такие уроды? Ну меня, блядь, просто хухни из этого ебаного, блядь, шарика. И все. И все. Всего лишь просто кнопку в меня нажми, мы их разъебем, блядь. Пиздец, блядь. И этот уже. С Яшей. Все, все, все. На миде высасывал из залупы, кроме двух фрагов. Теперь уже пиздец. Шейкер без даггера тоже до сих пор. Тавры не можем сломать. Ёбаные, блядь, придурки. Просто пиздец.
Спасибо большое за игру. Видел. Нет, не хочу дальний бить. Да поебать меня с Ларком, ничего не делает. Ну хотя я старый уёбок, я не успею на себя повесить ничего. Так, надо даггер реализовывать. Так, оракл с ультом. Что это значит? Что мы вроде как в безопасности. Я вроде как в безопасности. Должен жить, по идее. Урна, фласк с фулл хп, да. Очень хорошо. Well played. Вот это было совершенно не обязательно. Мой друг. Так, ну ты сейчас нету, значит, мы уже не в безопасности. Где мне теперь добить это? Жопа горит, пизда по всем поводам. Я вот, блядь, тебя спасаю, дружище, и ты, пожалуйста, тем же ответь. Thank you.
Ну, рано или поздно он соберет Юл, так что... Ой, Диффуз, так что, наверное, Юл сразу префайром соберу. Хотя, я все-таки планирую Вейл доделать, хорошая штука. Да ёб твою мать, как попасть в героя-то? Это просто нечто. Так, Blast, Decrypt. Ну тут Decrypt, наверное. Ну, манта это не страшно, откровенно говоря. Очень хорошо. Жил до конца, умер как герой. Не, это ты пошел ты нахер. Так, ну мне еще много не хватает. Блин, регенчик бы какой-нибудь. 400, да, сейчас не нафермлю уже. Ну вот с Юлом сейчас Джаггер как раз в таймингу собирает диффуза. У меня Юл. Я нажимаю Декрип, он нажимает диффуз, ульт, я нажимаю Юл. Надо будет подбайтить обязательно. Так, Паджик. Что у нас у Паджика вообще? Все не очень хорошо, да? У нас есть Урсик. У Урсика все тоже не очень хорошо. Так, еще какие-то хорошие новости есть, интересно? У нас, ребята, есть шейкер. Вот у шейкера все хорошо. Это радует. Это радует. После Юла линзу. Что, Полина Сельману регенит? Помните, я говорил, что у Шейкера все хорошо? Так вот, все меняется, все течет. Мне надо сатан талант прикольный. Линзу, пожалуй, можно сделать. Ну, короче, немного из ботинка сделаем.
Блин, смок, конечно, фантастический. Мы даже без шейкера пошли в смок. Это просто рофл. Я пас. Я уж думал, там раз напал, значит, диффуз есть, что-то прокликал, его туда там нихера нет, он просто рофлит. Блин, ну вообще у нас лейт, так скажем, не самый плохой. Без диффузов. Найс. По-моему, я здесь особо не живу. Оп. Сука, полсекунды. Просто нечто. Сорок. Ну, Юл, дай, ну, тиммейт же гибнет. По 3-4 армора. Ну, нажми Ешку сначала, перед тем, как прыгать, убьешь же его, блядь. Короче, банка мне уже не очень нужна. Ну, в инвентаре оставлю. На светлое будущее, как говорится. Ставки на кого-то делал на это будет? Да не особо. Кстати, так понял, я досижу уже скоро до него, может, посмотреть. А есть какая-нибудь ссылочка, где он будет? Кто-то из трастедов? А то сейчас будет ссылочка на бой какой-нибудь. Вот это вот хуистая губой, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Набирает превосходство, но этот парень знает, что делает на шейкере, по идее. По телеку на первом канале. У меня нет телека. Сорян. Есть же какая-то трансляция онлайн, по идее, телевидение, да? Гоу, ну нету еще. Еби их. Иди. А, это не так работает.
Прости. Зачем я его сейвил? Мне нужно было себя сейвить, вероятно. Хотя вон вроде сейчас могут убить кого-то. Наигис и сыр, кстати, там еще. Башер появился. Ну, да не... Блядь, ну только сыр не ешь, Христа ради. Христа ради, не ешь сыр, пожалуйста. Спасибо. Ладно. Все, конечно, в дерьме, но хотя бы наш Аегис. У него вроде не 40 стаков с хороших новостей. Не должны Ракса потерять. О! Кстати, хоть раз нажать на свой сраный вейл не помешало бы за игру. Пучи инвалиды нахуй. Все, блядь, я в тильте, я ебал в рот эту игру. Куда вы идете? Ну чуть-чуть подождите, блядь. Ой, блядь. Ну это я уже видел где-то в каком-то фильме. Че, я следующий? Давай еще разочек, я здесь. Все. Хорошая игра. Ну да, кстати, говорил до поражения, вот оно и поражение, в принципе, приехало. Ну это уроды, просто редкостные уроды в команде. Вот это раз урод. Вот это два урод. Как, блядь, можно там лайн въебать, я не понимаю. С ним Оракл 24 на 7 бейбиситит. И Паджик тоже где-то рядом вроде витает. Я не знаю, я просто не знаю. Как у этого урода 3-10. Да, если, конечно, всерьез вот так вот играть в матчмейкинг, то нервов потратится прям вот так хорошенечко, хорошенечко, нервишек уйдет прям очень солидно. Ну, что поделаешь, нужно, наверное, уметь контролировать себя, хотя никто этим не занимается, никто, по-моему, не контролирует себя. Смотреть того же Нунчика, он там все нормально контролирует. Сейчас, конечно, лучше уже, раньше совсем пиздец был. Вот сюда вот просто. Ладно, это понятно, вот Оракл не должен дамажить. Вот, блядь, наш Паджик. Вот, блядь, я играл на Паджике, видел, как ебаная тварь, но все равно хоть какой-то дэмэдж был. Хоть какой-то дэмэдж был, но тут это просто пиздец.
Просто приходит 5400 Bristol Back и разъебывает этого дебила, который, ну, кстати, который тоже, естественно, 5400. Эх, я не знаю. О, я на самом деле знаю, я еще одну игру поехал играть. Дорогие друзья, трехминутная рекламная пауза. Выключать пока не буду. Дальше наслаждаемся скрытым пулом. Хотя не, в пизду. Если хочу поднять рейтинг, то лучше вовремя уметь остановиться. И не играть в тильте. Так что на этом все, ребят. Спасибо большое, что смотрели. Увидимся с вами в другой раз. Пока не уверен, когда, но будет анонс обязательно в Твиттере, в группе ВКонтакте vk.com/dreadstv, а также воды, записи вы можете посмотреть на Ютубе. И не забывайте, что спонсор трансляции Lootbet. Очень жесткий селлаут под конец стрима. Спасибо всем большое. Еще раз всем пока.